на улице светло. Башка трещит. Толик, что сегодня за день? Новый год вроде отмечали. Толик, ты где? О, Лерочка, привет! Merry Christmas and Happy New Year! Тише, тише, ты чё кричишь, а? Ну как твои дела? Что, тебе головка болит? Болит. А чё такая... А чё ты мне не будешь? А чё такая вся размазанная? Не знаю. Где размазанная? Под глазами, да? Ой, и губы, и глаза, всё. Слышишь, сколько я проспала, а? Сегодня уже второе число. Как второе? Ты чё? У меня же второе число корпоратив. Заниматься быстрее. На корпоратив она собралась. Какой нафиг корпоратив? Проспала здесь так долго. Я вообще-то есть хочу. Пойду ей скажу, что никакого не будет корпоратива. Новый год продолжается, ребята. Блин, как не успеть? Честное слово, не успеваю собраться. Блин. Леночка, я не понял, ты на корпоратив какой-то нафиг собралась? А дома есть нету, сама проспала сколько, я вообще-то есть хочу. Надо бы меня разбудить. Ничего себе разбудить. Где ты такой карнавальный костюм? Ты что, не помнишь, на конкурсах выиграли, где мы с тобой отмечали? Вообще модные очки, мне нравятся, вот даже дома они ко мне приросли. Не, давай, кушать. Какое кушать? Ты что, я должна быть красивой. И вообще надо поехать ко мне, у тебя же нету нарядного платья мне. Сейчас я быстренько крашусь, немножко мейкап свой приведу в порядок. Боже, на кого я похожа, честное слово. Вот, и поедем. По дороге что-нибудь придумаем купить, перекусить. Что ты мне придумала? Ну, не знаю, за пиццей какой-нибудь заездим. Ну ладно. Давай. Если заедем за пиццей, согласен, ты покупаешь. Капец вопрос. Блин, чё я такая вся размазанная? Капец. Ребята, он мне собрался запретить пойти на корпоратив. Это ж надо. Пиццу, да? Мне кажется, ему надо особенную пиццу приготовить. Не приготовить, мы купим, мы её... подделаем эту пиццу. Так что он ее запомнит. А на корпоратив я все равно пойду. Леночка, вот смотри, вот здесь вот магазинчик нормальный. Здесь пицца 100% есть. Вот паркуемся и идем. Купишь мне пиццу. В смысле я пойду куплю тебе пиццу? Вдвоем купим? Блин, ладно, что не сделаешь ради корпоратива. Все, давай быстрее, потому что я точно опоздаю, не успею собраться как надо. Блин, еще пиццу за свои деньги покупаем. Ну что, ребята, пицца заказана. Пару минут надо подождать, пока ее приготовят. А сейчас зайдем в аптеку. У меня созрела идейка. А скажите, снотворное у вас есть? Без рецепта у вас. Угу, давайте. Ребят, покупаем снотворное. Смотрите, что будет дальше. Смотрите. Снотворное средство. Я так думаю, что мой корпоратив точно удастся. Блин, ну сколько можно там в этом магазине ходить эту пиццу покупать? Я уже давно бы купил. Вот эта Леночка медленная какая-то. Спасибо. Ребят, смотрите, все теперь в комплекте. И снотворное, и пицца. Ну что, идем обедать? А вот и я. Какая вкусная. Как вкусно пахнет. О, классная пицца. Наконец-то ты пришла. Вообще так долго. Все, поехали, а то я уже голодный. Наш суперкомплект готов. Горяченькая. Вкусняшечка. Я здесь положу. Быстренько побежала, переоденусь. Леночка, ну ты пока собираешься, я вообще проголодался. Пойду я хоть кусочек пиццы съем. Ну, Толик, подожди полсекундочки, я сейчас надеваю платьице и бегу. Блин, надо быстрее подсыпать этого снотворного. Сейчас полсекундочки. Как вкусно пахнет пицца.
так, просила же дать мне в порошке. Нет, мы сейчас не исправим ситуацию. Мне кажется, 3 таблеточки будет в самый раз. Я как раз схожу на праздник, оторвусь как следует, а Толик только проснется. Так, Толик обычно с этой у меня стороны сидит. Сейчас будем... Вот на его кусочки. А, ребят, смотрите, оно реально сразу тает. Даже незаметно. Все, зовем Толика кушать. Пошла я как будто бы с ванной буду выходить. Немножко прихорошусь. Так, вот сюда. Ой, надо все-таки кусочек съесть. Эту Леночку пока дождусь. Он сейчас остынет вся, как аппетитно пахнет. Надо тарелочку взять. Не понял, это что такое? Снотворное средство? Ну да, она же иногда по ночам плохо спит. Ну зачем оно ей? Фу, так у меня идея. Ну как раз начатое не заметит, что пару исчезло. Чтоб сорвать ее корпоратив, сейчас мы ей устроим. Интересно, сколько их надо? Я думаю, 2 хватит. Так, так, сейчас их измельчим. Оп. Это мои кусочки, а вот тут вот Леночками будут. Сейчас мы ей посыпем вот так вот ее кусочки. О, побольше. Ну что, Леночка, давай, приступай. Давай. Ну, видишь, вкусненькая какая. Ну, я ж постаралась. Самую вкусную выбрала, как ты любишь. Ребята, она сейчас вырубится. И я схожу спокойненько на корпоратив. Фух, ну ей наелась. Остался последний кусочек. Может, я уже не буду, а? Не знаю, как хочешь. Я свой доем. Ладно. Точно вырубится, ребята. Сейчас все все куски съест. Вообще супер. И отменится ее корпоратив. Решила доесть, Леночка? Ну да, пока у нас там торжественная часть будет. Я проголодаюсь точно, пока дождусь ужина. Вкуснятина. Ну все, я съел. Объедение. Все, теперь я могу пойти отдохнуть, телек посмотрю. А ты давай собирайся до конца. Давай, 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 иди. Вкуснятина было. Можно и прилечь. Сейчас пару минуток пройдет, и Леночка сейчас вырубит. Сейчас подождем ее. Что-то мне какая-то слабость. То ли дело у меня вкусная пицца. Но только сногсшибательная пицца оказалась. Да, ребят, мы сейчас посмотрим, как он вырубится быстро от моего снотворного. 3 таблетки снотворного. Мое снотворное подействовало. Теперь мой корпоратив удастся на славу. Оторвусь и погуляю я. Что-то собираться надо быстрее. Что-то меня штормит, ребят. Вы были на канале Crazy Life. Я побежала собираться. Вы обязательно подписывайтесь. Oh!